Так, я еду в какое-то красивое место. Это гольф-клуб. Сейчас посмотрю, или меня туда пропустят. Я нашла его по карте, там так красиво сверху. Просто мощное такое открытое пространство. Я думала, несколько озер, а оказалось, там громадные поля для гольфа. Сейчас посмотрим, если нас с Хулио Глесиасом пропустят. Посмотрим. Итак, вот он ест в этот. Зачем? Зачем? Слово. И там громадный бассейн. Зимний называется. Зимний свиминг. Зимнее плавание. Итак. Итак. Property. 24 часа наблюдения. Итак. Да. Я не поняла, что такое зимнее плавание. Может быть, холодная вода? Это как раз таки то, что я ищу. Сейчас пойду все разузнаю. С космоса посмотрела. Боже, какая красота. Да, сейчас, конечно, технологии. Вон они пошли. Вон они пошли. Эти безумные, безумные красоты, громадные поля. Обалдеть, какая сказка. Вон озерцо. Орешки ем. Ой, а тут с этой, ладно, я буду обратно ехать, в другую сторону покажу. Так, а где-то здесь бассейн, вот он. Тут вот он должен быть бассейн. Так, сейчас я поставлю машинку на парковочке и прогуляюсь. Боже, какая красота. Наверное, объеду вокруг, а потом уже выйду из машины. Наверное, какой-то гольф-клуб. Но нам туда не надо. Угу. Гольфист вон там нарисован. О, какая красота. Итак. Вон там поля какие. Сейчас прямо где-то здесь припаркуюсь. Вот тут вот. Вон их сколько игроков. Не надо из меня мальчика делать, меня все равно это сильно коротко меня обстригли. Давай откручивайся, откручивайся. Я пытаюсь открутить. Вот все открутила. Сейчас. Я сейчас покажу, как оно сверху смотрится. Если будет видно. Так, где вот они эти поля. Не знаю, видно ли, не видно.
громадный, громадный кусок в полях. И вот дальше пошли эти домики. Ладно. Поехали дальше. Тихо, вы меня не сбейте, пацаны. Не пойду туда, не буду пугать людей. Так, попробую приблизить чуть-чуть. Конечно, сюда вложены миллионы долларов, вот в такие поля. Ладно, пошли отсюда. Пошли отсюда, пошли смотреть бассейн. Там впадинка такая. Интересно.